Здесь Велимати Савинайнен ведет борьбу за шайбу. Пакаринен. Пас на синюю. Лехтонен с Пудосом меняются местами. Лехтонен едет к воротам Иванникова. Бросок и гол! Это дубль Микко Лехтонена и третья шайба в этом сезоне. 5-0. Серьезно, Йокерит нагружает оборону «Нефтехимика», и видно уже, что под конец смены и начинают игроков терять нижнекамцы в зоне атаки. Ну и вот здесь, посмотрите, Лехтонен уходит от Либора Гудачика. Не позволяет Шерифьянову клюшкой выбить шайбу и бросает с неудобной руки в дальний верхний угол ворот Евгения Иванникова. Как здорово попадает Лехтонен и доводит счет уже до разгромного. 5-0.